проехали только что, я проехал только что здание Гаагского трибунала, Гаагского суда, знаменитого этого международного трибунала. Я вам скажу, так себе здание, не ахти, серенькое, я так понимаю, никакого уважения к тем, кого судят, собственно, и нет. Никакой вычурности, никакого золота, это вам не Королевский дворец, поэтому и смотреть там особенно нечего. И сейчас мы с вами потихонечку спускаемся, чтобы вы видели вид, который у меня за спиной. А потом я вам покажу сейчас вид, который у меня слева от меня. И шикарный вид, конечно же, который... Удивитесь, но я иду по песку. Здесь нет никаких строительных работ. Однако же я иду по песку. Почему? Знаете почему, да? Что за моей спиной вы видите? Вы видите гаагские знаменитые граффити. Видите, да? Я вам сейчас переключу камеру. Гаагские знаменитые граффити. Тут небольшой ремонт. Сезон еще не начался. Вдалеке вы видите Северное море. Гаага, Нидерланды. Колесо обозрения знаменитое. Северное море. Вот так. Знаменитые голландские пляжи. Пока еще пусты. Пляж широченный. Я не знаю, сколько тысяч людей может сюда поместиться. Я так думаю, что тут летом не протолкнешься. Ну, я так понимаю, что и наши разбалованные туристы сегодня не будут уже предпочитать Лузановку в этом году. Практически все ломанутся в Гаагу. Ну, по крайней мере, я уж точно. Это, мне кажется, стоит того. Пока межсезонье, вы видите, да? Нет людей, не так много. Впереди Атлантический океан, Северное море. Не путать ни в коем случае с Балтийским. Ни в коем случае не путать с Балтийским. Здесь в песке вы не обнаружите ни одного окурка, никакой бумажки, никакой грязи. Видите, какой широкий пляж. Очень широкий. В эту сторону пляж идет. В эту сторону. Подойдем сейчас. Нужно же скупаться в океане. Северное море. Какая красота. Приезжайте в Нидерланды, не так уж это и дорого. Если вы гражданин Украины, если у вас есть биометрический паспорт, вы можете без проблем посетить все страны Европейского Союза, в том числе и Нидерланды. Приехать сюда, в Гаагу, нужно обязательно, для того, чтобы увидеть все своими руками. Запах неповторимый. Такой запах моря, запах океана. Просто... словами не передать. Ой, боже мой, какая красота. Какой широкий пляж, видите, да? Поэтому, конечно же, отдыхать в Гааге имеет смысл. Красота. Пойдем с вами проверим соленость Северного моря. Ну, вы видите, понимаете, да, что здесь прибой играет большую роль, играет большое значение. Как же я в новых-то кроссовках смогу перейти через эту грязь? Ну, как грязь? Небольшой ручейчик. Буду весь в песке. Ну, ничего. Чего не сделаешь ради дорогих зрителей. Побережье Атлантического океана, Северное море. Если звук сейчас будет зашкаливать от ветра, ну, приношу заранее свои извинения, нужно, ведь это пена морская, нужно помочить обязательно руку, поздороваться с океаном, ласковый. Океан очень ласковый. Море, привет! Здравствуй, море!
Дай до тебя дотронуться, так чтобы ты не замочила мне ноги. Ласковое море. Просто прелесть. Но оно любит шутить. Оно меня сейчас накроет волной. Гаага. Самый настоящий нидерландский пляж. Голландский пляж. Люди купаются, чтобы вы понимали, что это не шутки. Люди действительно купаются в море. Без проблем. Я очень благодарен своей стране, я очень благодарен Украине за то, что у меня есть возможность посещать Европейский Союз на равных правах с гражданами других европейских государств. У меня есть паспорт, паспорт гражданина Украины. Я горжусь, что я украинец. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока.